Еще немного важных моментов из современного представления об устройстве вещества на уровнях масштабов меньше атомных. Если атомы мы видели на фотографиях, хотя о том, что мы видим, видели, поговорим позже, а с ядрами атомов, адронами и электронами мы знакомились по следам их движения в камерах, там треки и все прочее. А вот то, о чем мы будем говорить далее, и невидимо, и необнаруживаемо. Об этих частицах известно только по математическим формулам из предполагаемых теорий. И все же мы и о них поговорим. Но прежде немного о терминологии. Ранее мы узнали, что все субъядерные частицы обозначаются буквами греческого или латинского алфавитов. А разгоняя их в ускорителях и сталкиваясь с мишенью, исследователи или получают множество других частиц, или изменяют состояние и ускоренных частиц, и частиц мишени. Все эти процессы распада, превращения и рождения новых частиц называются ядерными реакциями. Хотя сами ядра атома могут здесь и не участвовать. По аналогии с химическими реакциями можно записать такие превращения в символьной форме. Например, ранее мы говорили, что нейтрон относится к нестабильным частицам и в свободном состоянии спонтанно распадается через 100 секунд. Хотя понятно, что никто не сможет взять отдельно один нейтрон и за ним наблюдать. Но все же так утверждает наука. Так вот, такую ядерную реакцию можно записать в таком виде, как сейчас представлено здесь. Ядерные реакции различаются по происходящих в них процессах. Расщепление ядра на всевозможные осколки называется ядерной реакцией деления. Это может происходить спонтанно, как при радиации, а возможно и вынужденно, например, в ускорителях при бомбардировке ядер нейтронами. А когда в результате каких-то процессов происходит слияние ядер или субъядерных частиц, это называют ядерными реакциями синтеза. В записях ядерных реакций принято записывать участвующие атомы в таком виде. Здесь нижнее число обозначает число протонов в ядре, или что то же самое число электронов в оболочке, а верхнее – суммы протонов и нейтронов в ядре. Существует несколько способов записи таких реакций, но об этом сейчас речь не идет. Здесь просто приводятся примеры таких записей. Возможно, они нам дальше понадобятся. Таким же способом можно записать реакцию распада атомов наблюдаемой радиацией. Например, здесь показана реакция распада трития. То есть атом трития распадается на альфа-частицу или ядро гелия, электрон и антинейтрино. При этом дополнительно выделяется 0,2 мегаэлектронвольт энергии. Или посмотрим на реакции синтеза. Вспоминаем звезды, когда они прошли стадию Лая-границы и находятся на наиболее длительной и спокойной стадии развития. Эти реакции получили название протонных циклов. Процесс имеет несколько стадий. На первом этапе рождается водород, как результат объединения протона с электроном. И дейтрий в такой реакции. То есть протоны, объединяясь, порождают дейтрон, позитрон и электронное нейтрино. Затем в результате второй реакции рождается ядро гелия и фотон. Далее в результате термоядерной реакции объединяются ядра гелия и рождается ядро гелия-4. Все это сопровождается выделением огромного количества энергии. Далее звезды стареют, возникают ядерные реакции более тяжелых ядер. Например, в результате неонового цикла рождается новый солнечный элемент – неон. Об этом мы знаем из реальных наблюдений звездного населения Вселенной. И постепенно в других циклах, например, углеродно-азотных, рождаются все более тяжелые химические элементы, вплоть до углерода. В предыдущих рассказах были показаны фотографии таких звезд.
Но здесь нам не стоит вдаваться в такие подробные разбирательства ядерных реакций. Сейчас следует только добавить к этому, что записи таких реакций ведутся с учетом законов сохранения. Но и здесь нам нет смысла подробно на них останавливаться. Все они основаны на симметрии законов окружающего мира. И проверка выдвигаемых теорий и предположений на соблюдение таких законов убеждает исследователей о правильности выбранного алгоритма. Если в качестве мишени использовать, например, атомное ядро, а бомбардировать его потоком каких-нибудь частиц, то понятно, что не все частицы попадут в мишень. Вероятность протекания ядерной реакции зависит от характеристик сталкивающихся частиц. Тогда желательно бы знать вероятность ядерной реакции. Эта величина называется ядерным сечением реакции, которая численно равна произведению площади мишени на количество частиц, пересекающих за единицу времени единичную площадь. Понятно, что эта величина будет выражаться в единицах площади. Будем считать, что нам достаточно сведений о ядерных реакциях, форме их записи и использовании в научных теориях. Как это было показано на примере эволюции звезд. Что, естественно, дополняет анализ ГР-диаграмм. Повторяться здесь не будем, а будем дальше путешествовать в глубины вещества и продолжим знакомство с предположениями об устройстве мира на еще меньших масштабах. Итак, атомы, ядра, адроны и лептоны. Вот такая цепочка выстраивается в принятой парадигме устройства мира. Примерно в такой последовательности эти объекты изучаются исследователями. Хотя к уровню адронов и лептонов следует добавить еще более 350 идентифицированных субъядерных частиц. Все проведенные исследователями эксперименты по разрушению атомов и протонов, я имею в виду в ядерных реакциях, однозначно свидетельствуют о том, что существует следующий уровень малости вещественных частиц. Теперь весь вопрос, какой он, этот уровень? И ученые занялись разработкой соответствующих теорий. Мы сейчас вкратце их рассмотрим. Считается, что наиболее весомым доказательством существования сложного внутреннего строения протонов и нейтронов являются эксперименты по зондированию ускоренных лептонов адронной мишени. Суть выводов из таких исследований в следующем. При энергии пучка лептонов больше нескольких десятков гигаэлектронвольт, угол их рассеяния на протоне оказался энергонезависимым, конечно же, с учетом возможностей регистрирующих устройств. Это согласуется с тем, что если представить внутреннее устройство нуклона как связанную систему точечных частиц, характер изменения силы взаимодействия между которыми изменяется так, что чем меньше расстояние, тем меньше взаимодействие, тогда их можно считать практически свободными частицами. Эти умозрительные частицы теоретики назвали кварками. На этом представлении основана кварковая модель устройства вещества. В ней постулируется следующее. Кварки классифицируют по квантовым числам, которым исследователи дали необычные названия – ароматы и цвета. Предполагается существование шести ароматов, которым присвоены буквы английского алфавита – U, D, S, C, B, T. Первые два кварковых аромата названы обычными, третий назван странным. Далее идут шармированный, красивый или прелестный и завершает ряд истинный аромат кварка. Каждый аромат может существовать в трех цветовых состояниях. В данном случае это соответствует дополнительному квантовому числу и никакого отношения к реальной окраске такой частицы не имеет. Это вынужденная мера, и такое дополнение сделано для того, чтобы исключить комбинации трех одинаковых кварков, что, согласно теоретическим представлениям, запрещено. Это дополнительное квантовое число называют цветовым зарядом,
чаще просто цветом. Так как цветовой заряд является отличительной характеристикой кварков, но не составленного из них адрона, то считается, что в каждый адрон могут входить только кварки таких разных цветов, смесь которых дает белый цвет. Изначально принимается, что адроны – бесцветные объекты. В качестве цветовой характеристики условились брать желтый, синий, красный. В этой модели каждому кварку соответствует антикварк. Такая частица должна иметь такой цвет, чтобы комбинация кварк-антикварк в составе адрона была бесцветной. Поэтому цвета антикварков назвали антицветом. Как было уже сказано, в группу адронов входят барионы и мезоны. И вот в кварковой модели барионы являются комбинацией трех кварков, а мезоны – кварка и антикварка. Поэтому данная модель позволяет объяснить устройство всех открытых на сегодня субъядерных частиц. Например, протон по этой модели состоит из трех кварков обычного аромата – UUD. Но в силу упомянутого запрета они должны различаться цветовым зарядом. Поэтому они имеют цвет желтый, синий, красный. Также и нейтрон. Хотя в нем другая комбинация обычных ароматов, UDD. Но цветовые заряды такие же, желтый, синий, красный. Таким образом, в этой модели фундаментальным мультиплетом, из которого могут быть построены все остальные мультиплеты, является триплет. Анализируя теоретическую основу этой модели, с которой здесь знакомиться нет смысла, можно сделать вывод, что рождение одного кварка невозможно. Эти объекты рождаются только парами кварк-антикварк. Если сравнить построение этого уровня на основе кварковой модели с предыдущим уровнем, то можно говорить о том, что цветовой заряд является подобием электрического заряда на электронах, позитронах и пионах. Этой же моделью предполагается, что все кварки удерживаются вместе в структуре адрона с помощью обмена некими частицами, названными глюонами, от английского клей. Каждый глюон обладает одним цветом и одним антицветом, поэтому при поглощении или испускании глюона кварк может изменить цвет, но не аромат. Рассматривая комбинации цвета и антицвета, можно прийти к заключению, что имеется 9 независимых комбинаций различных цветов и антицветов. При условии представления их как сумму трех комбинаций из цвета и его антицвета, тогда остается только 8 глюонов в различных цветовых комбинациях. Несмотря на огромные энергии ускоряемых частиц, достигнутых в современных ускорителях, кварки в свободном состоянии не наблюдаются. На основании этого выдвинута гипотеза, согласно которой кварки в природе существуют только как сложные образования. 2, 3 и более, но обязательно таких, чтобы электрический заряд этих объектов оказался целочисленным, а цветовое состояние было белым. При попытке получить кварк в свободном состоянии, то есть удалить его на достаточно большое расстояние от адрона, в состав которого он входит, кварку необходимо сообщить очень большую энергию. По аналогии с разделом физики, изучающей поведение электрически заряженных частиц, называемых квантовой электродинамикой, область физики, которая изучает взаимодействие кварков и глюонов, называется квантовой хромодинамикой. Но цепочка атом-ядро-адрон-лептон кварк на этом не останавливается. Пытливый человеческий разум пытается узнать строение вещества еще дальше. Большое количество так называемых в научном представлении фундаментальных составляющих элементарных частиц, а их около 60, позволяет предположить, что кварки обладают внутренней структурой и могут быть построены из меньшего числа еще более фундаментальных составляющих. И снова гипотезы и теоретические модели. Одна из гипотез называется модель прионов. В ней каждый кварк может быть описан тремя величинами: электрическим зарядом,
цветом и номером поколения. Эти три параметра можно задать тремя группами составляющих частиц – прионами. Одна из них отвечает за электрический заряд, другая – за цвет кварка, и третья имеет свойства, позволяющие отнести тот или иной кварк к одному из трех поколений. Прионы, определяющие номер поколения, называются сомонами. Трем поколениям отвечают три сомона. Цвет составной системы определяют прионы, называемые хромонами. Имеется четыре хромона – красный, желтый, синий и бесцветный. Группа прионов, которая задает электрический заряд, имеет только два приона, которые называются флавонами. В модели прионов классификация составных частиц непосредственно следует из комплектующих их прионов. Но в ней существует ряд внутренних противоречий, которые требуют дополнительных вариантов. Один из них – модель Решонов. В этой модели принимается существование двух фундаментальных кирпичиков вещества, называемых Решонами. Один кирпичик имеет дробный электрический заряд, а второй – нейтрален. Им же соответствуют два антирешона. Кварки строятся в виде комбинации любых трех решонов или любых трех антирешонов. Эта модель позволяет легко построить первое поколение кварков, но создать описание кварков второго и третьего поколения в этом варианте пока не удается достичь. Без внутренних противоречий, поэтому в этой теории второе и третье поколение кварков рассматриваются как возбужденное состояние кварков первого поколения. Другая возможность объяснения причины существования трех поколений кварков, аналогичных им и лептонов, состоит в предположении, что помимо решонов, более высокие поколения содержат частицы Хиггса, связанные с векторными бозонами. Их добавление к решонам изменяет только массу составного объекта, но не изменяет другие квантовые числа. Как раз для поиска такой частицы, бозона Хиггса, и создана самая мощная за всю историю научных поисков исследовательская установка Большой адронный коллайдер. Все составные модели кварков и лептонов являются условными, а наработанные экспериментальные данные относятся к масштабам больших, чем 10⁻⁶ степени сантиметра. Поэтому не содержат сведений о природе и свойствах субчастиц еще меньших масштабов, к которым и относятся кварки, прионы и решоны. Если рассматривать квантовую механику с точки зрения обобщения его экспериментальных фактов о квантовании, которые характеризуют некоторые свойства объектов, рассматривая уровни, то следует прежде всего остановиться на волновых свойствах вещества. Суть его заключается в следующем. Любой объект микромира рассматривается как совокупность свойств, характерных для частицы и одновременно обладающей волновыми свойствами. При этом определены прямые соответствия между динамическими переменными частицы как структурной единицы вещества и величинами, характеризующими соответствующую плоскую монохроматическую волну. Эти соответствия определяются целым рядом формул, которые нам не интересны. А вот с формулой длины волны, соответствующей частице с массой m, познакомимся. В этой формуле v – скорость движения частицы, h – постоянная планка, которая с точностью до третьего знака численно равна 6,626 × 10⁻³ степени джоуль в секунду. Таким образом, чем массивнее частица, тем меньше длина волны. Здесь порядок величин примерно такой. Для частицы массой 1 грамм, движущейся со скоростью 1 сантиметр в секунду, длина волны равна 6,63 умноженное на 10⁻²⁹ степени метра. Основываясь на этом постулате, в квантовой физике утверждается, что динамические состояния физической системы определяются функцией, описывающей распространение соответствующей волны вещества в пространстве и времени. Эту функцию называют волновой функцией,
и приведенная здесь формула описывает волновую функцию частицы, свободно и равномерно движущейся в определенном направлении и имеющую определенный импульс. Волновая функция обозначается греческой буквой ПСИ. Если провести понятные аналоги, то можно считать, что волновая функция может выступать аналогом траектории частицы. Принимая такую точку зрения, мы должны согласиться с тем, что можно сопоставить реально существующую частицу электромагнитной волне с параметрами, определенными по формулам, описывающим волновую функцию. Эти формулы квантовой механики известны под названием уравнений Шрёдингера. Они взяты без предварительного вывода, то есть чисто ниоткуда. То есть эти уравнения представляют собой обобщение большого числа опытных данных. Вот одно из этих уравнений. Его принято называть уравнение Шрёдингера со временем, так как в него входит время, по которому дифференцируется волновая функция. Здесь и мнимая единица, h – постоянная планка, деленная на 2π, m – масса частицы, дельта оператор Лапласа и u – потенциальная энергия частицы. Опуская здесь анализ этого уравнения, перейдем к сути. По аналогии со световой волной принимается соотношение между волновой функцией ψ и описываемой ею частицей, как квадрат модуля амплитуды волновой функции, соответствующей плотности вероятности нахождения частицы в определенном месте пространства. Или по-другому. Квадрат модуля волновой функции для какой-либо точки пространства, будучи умножен на включающий в себя эту точку элемент объема, определяет вероятность того, что частица будет обнаружена в пределах этого объема. То есть частица как бы есть, но ее обнаружение проблематично и может быть предсказано только с какой-то долей вероятности. Сейчас на экране визуализированы представления плотности вероятности расположения частицы. То есть предполагается, что где-то под этим колпаком находится частица. Степень точности, с какой к частице может быть применено представление об определенном положении его в пространстве, дается соотношением неопределенности. Согласно этому соотношению, частица не может иметь одновременно вполне точные значения, например, координаты x и соответствующие этой координате составляющий импульс px. Причем неопределенности в значениях этих величин будут удовлетворять условию, показанному на экране. Из этого соотношения можно сделать вывод, что произведение неопределенностей координаты и соответствующего ей импульса частицы не может быть меньше величины порядка h, то есть постоянной планка. И еще один вывод из него. Чем точнее определена одна из величин координата x или импульс px, тем более неопределенной становится другой сомножитель. Или если мы точно будем знать одну из величин, тогда вторая будет совершенно неопределенной. В чем же причина такого запутанного научного представления о вещественном объекте? Для этого нам необходимо разобраться с тем, как же мы определяем параметры частицы на этом уровне. Для начала стоило бы разобраться, как мы вообще видим или что то же самое наши приборы наблюдают окружающий мир. Но эта тема настолько огромна, что в таких рассказах нет смысла с ней разбираться. Мы с этим вкратце знакомились при рассмотрении структуры кристалла, хотя тогда ставилась задача увидеть всего лишь расположение атомов в кристаллической решетке. Но сейчас идет речь даже не об атомах, а об их осколках. Но прежде познакомимся с одной уникальной частицей, которая вроде и есть, и вроде в то же время ее вроде и нет. Речь идет о фотоне. Производная от греческого фос – свет. Принято считать, что эта частица представляет собой квант электромагнитной волны, или в нашем бытовом представлении частицей световой волны. Обозначается буквой гамма.
относится к абсолютно стабильной группе частиц. Не имеет массы, но обладает энергией. Это позволяет двум фотонам, обладающим общей энергией более 2 МЕ на С квадрат, породить электрон и позитрон в такой реакции, где МЕ – масса электрона, а С – скорость световой волны в вакууме. Она равна 299 792 458 метров в секунду. То есть встреча двух фотонов, соответствующих энергии, может породить электрон и позитрон. А эти частицы уже обладают массой и всеми остальными атрибутами вещественной структуры. В градации элементарных частиц по совокупности характеристик исследователи относят фотон до калибровочных бозонов. Представление о такой неординарной частице родилось при изучении взаимодействия света с веществом. Многочисленные опыты, например, дифракция, интерференция, люминесценция, фотоэффект и другие, завели исследователей в тупик. В одних случаях свет проявлял свойства волны, в других – корпускулярные свойства. В итоге был найден компромисс в виде корпускулярно-волнового дуализма. Проще говоря, фотон в одних случаях, принято так, ведет себя как частица, в других – как волна. Источником фотонов являются атомы, молекулы и атомные ядра, которые переходят из возбужденных состояний в состояние с меньшей энергией. Такие переходы сопровождаются сбросом порции энергии, которые названы фотонами. Также и при воздействии на частицу вещества внешняя энергия, она поглощается порциями или квантами. Это происходит потому, что этот энергетический квант поглощается электроном, находящимся в оболочке атома, и он переходит на большую орбиту. Фотон обладает собственной частотой, обозначаемой ню, и импульсом, обозначаемым h, то есть постоянной Планка. Согласно специальной теории относительности, масса покоя фотона равна нулю, и он всегда движется со скоростью света, обозначаемой c. В этих рассказах теорию относительности мы рассматривать не будем, хотя на многие моменты будем ссылаться. А вот с теорией корпускулярно-волнового дуализма познакомимся чуть дальше. Фотоны могут рождаться как при химических реакциях, так и при радиоактивных процессах и ядерных реакциях. Наиболее доступным и привычным для нас источником фотонов является, конечно же, наше Солнце. Рассматривая реакции в протонно-протонном циклах, мы видели рождение фотонов, показывалось в реакциях. Также и последующие циклы превращения атомов на Солнце рождают потоки фотонов. Имея такие парадоксальные свойства, эта частица не может быть обнаружена непосредственно. Отдельный фотон зарегистрировать вообще невозможно. Его можно зарегистрировать только непрямым способом, через взаимодействие со средой детектора. В таких процессах образуются заряженные частицы, которые регистрируются благодаря вызываемой ими ионизации в чувствительном объеме детектора. Взаимодействие фотонов принципиально отличается от процессов ионизации заряженных частиц, так как при каждом взаимодействии фотона последний либо полностью поглощается, либо рассеивается на сравнительно большой угол. Так как поглощение или рассеивание процесса статистические, то невозможно определить пробег в детекторе для гамма-лучей. Как, например, в камере Вильсона фотон не ионизирует заполняющий пар. Но фотон, попадая в такой детектор, может породить вторичный электрон, называемый фотоэлектроном, который оставит ионизационный трек. Но достоверно утверждать, что это именно тот фотон, который мы ищем, невозможно. А может быть, фотоэлектрон появился от случайного фотона, хотя здесь и помогает накопление статистических данных, однако все это малоубедительно. Вообще-то с подобными проблемами исследователи сталкиваются не только при регистрации фотонов, а и всех нейтральных или незаряженных частиц.
Практически работа всех известных типов детекторов для регистрации элементарных частиц основана на ионизации и возбуждении атомов вещества детектора. То есть нейтральные частицы должны сначала образовать посредством определенных взаимодействий заряженные частицы, которые потом можно регистрировать. Но, конечно, это уже будут другие частицы или частицы с другими характеристиками и свойствами. На этом мы закончим этот рассказ. Хотя, безусловно, об уровне организации вещества можно рассказывать очень много. Поэтому в следующем рассказе мы продолжим эту тему. Однако, слишком подробно эта тема излагаться, конечно же, не будет. Надеюсь, заинтересованные слушатели сами в состоянии будут постичь азы и квантовой механики, и физику элементарных частиц, и осилить новые теоретические наработки ученых. Так что сейчас мы скажем до следующей встречи. Thank you.